Ты просто представляешь, благодаря нам с тобой, из-за того, что ты ставил лайки под данный видеоролик, разработчики ввели этот режим. Поэтому спасибо тебе большое за это и ставь лайк под данный видеоролик. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 контейнеров. И для участия нужно будет поставить лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Также нужно будет написать комментарий со своим ником и словом «Участвую». И все, ты уже участник. Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем видеоролик по танчикам онлайн, и у нас будет новый суперский режим без дронов и без овердрайвов. Я не знаю, по-моему, это прям топич, то, что мы просили, я сейчас буду заходить. Это первое впечатление, я только что недавно проснулся, поэтому, ну, блин, надеюсь, что вот реально будет круто. Вот, да блин, да это по-любому будет круто, ребята, кто так же рад, как и я, ставьте лайк данному видеоролику, давайте посмотрим, сколько у нас таких рад. Радостных, соответственно, человеков, которые также хотят поиграть и пробиться в этом режиме, потому что, блин, я не знаю, вот немножечко слов буквально перед началом, как мы зайдем в этот режим. Когда я вчера выпустил ролик с обзором на эту обнову, многие писали, то фу, не многие, но там было, наверное, человека 2-3. Которые, соответственно, почему-то писали, что да фу, дроны и овердрайвы это неотъемлемая механика этого всего дела, это такое себе. Ребят, если хотите поиграть с дронами и, соответственно, с овердрайвами, просто заходите в обычный матчмейкинг и играйте. Здесь же у нас исключительно режим, где нужно фармить золотые ящики. А золотые ящики можно фармить только без дронов и без овердрайвов. Поэтому ща, ребята, у нас начнем. Как говорится, это жаришка, поэтому мы с вами поехали и погнали. Вот, кстати, по поводу того, что дроны вырубили, я так думаю, это даже еще такой довольно-таки неплохой плюс как раз-таки для людей, у которых нету, знаете, суперской прокачки, потому что зачастую в таких режимах как раз-таки тащит прокачка дронов и так далее и тому подобное. Вот, овердрайв, в принципе, можно было отключить, и это повлияло бы также в положительную сторону, вот, но я такой даже не думал, что еще и дронов отключат. Я такой сейчас захожу, снаряжаю свой танчик, такой думаю, блин, а мне же не понадобится кризис, типа я не буду сейчас гонять по всей карте, раздавать всем хэдшоты, я же у нас просто, это олдскульный старый режим, когда не было ничего такого, когда мы заходили, соответственно, фармили. Ну и как вы, ребят, наверное, понимаете, я у нас как настоящий, как говорится, дурачок, надел себе диктатора, потому что кто, ребят, не знает и кто не понимает, раньше чуваки, которые прям считались, ну, такими лоу-скильными, одевали на себя исключительно диктаторов, и на диктаторах как раз-таки ловили эти золотые ящики. Вот, это прям было то самое, что ни на есть крутое действие, благодаря которому все у нас просто несказанно тащили. Потому что, типа, на диктатор это у нас самый высокий корпус. На самом высоком корпусе, естественно, у нас проще всего берутся золотые ящики. И это у нас происходило просто на изи-пизи. Поэтому я, как говорится, решил вспомнить эти времена и быть тем самым лоу-скильным чуваком, который у нас катается исключительно на диктатор. Но впоследствии я у нас, ребят, пересяду на Васпика, либо Харька, потому что, ну, я больше люблю у нас, знаете, такой динамичный режим, где нужно просто-напросто гонять по всей карте, где можно, соответственно, ловить те самые золотые ящики, и чтобы все было nice, и все было круто. Так, у нас, ребята, первый золотой. Голдик непростой. Я вижу, ребята, точку. Возможно, даже я к ней успею, может быть, нет, но надеюсь, что я к ней успею. Давай, 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 поехали, погнали. И это у нас падает золотой ящик праздничный. Вот, ребята, то, о чем как раз я таки и говорил. У нас берет золотой ящик просто-напросто диктатор. Блин, о, у нас еще один. Подожди. Здесь же у нас получается повышенные золотые ящики. И получается в этих... у нас голды падают намного-намного чаще, чем в обычных катках. Точно. А я, ребята, уже это и забыл действие, что у нас голдики падают намного чаще. И хопля, забрал!
забрал золотой ящик. Вот это у нас, я не знаю, но... Блин, я, ребята, вы, конечно, меня простите, извините, кто у нас не играл в эти времена, когда, соответственно, не было ни овердрайв, ни диктаторов, но сейчас у меня прям, я не знаю, такие прям несказанно приятные ощущения от этого всего дела, потому что, боже ты мой, я могу поностальгировать, я могу поиграть так, как я играл в 2014 году, и это, блин, я не знаю, ребята, вот серьезно, вот мои ощущения, наверное, смогут понять только как раз-таки ребята, которые играли в эти времена долгие, которые так же, как и я, потели в этом всем мероприятии, которые страдали, которые там что-то пытались сделать, вот как раз-таки такие люди у нас и поймут меня, потому что, ну, это непередаваемые ощущения, это непередаваемо теплые ощущения, боже мой, там у нас и всякие хопперы залетают, это все дело, перемешку с этим, но, ребята, самое главное, что у нас здесь получается нету чуваков, которые прыгают по всей карте, которые стрибуют как сумасшедшие, и я не знаю, это непередаваемое чувство эйфории. Я, скорее всего, этот ролик откомментирую как дурачок дурацкий, и, скорее всего, у меня получится здесь такое себе комментирование, но вы уж, ребят, меня, пожалуйста, извините, пожалуйста, простите, просто я у нас под диким впечатлением, я сейчас просто-напросто смотрю на весь этот процесс, на все это действие, я вспоминаю и вот эти с вами записанные ролики, когда мы, ну, помните, я вас, ребята, просил, ребята, если вы хотите, чтобы у нас разработчики на следующий праздник выключили овердрайвы, вот, то просто ставьте лайки данному видеоролику, и, ребята, ваши лайки не прошли даром, как вы, наверное, понимаете. Нас услышали, нас наконец-таки услышали, выключили овердрайвы и плюсом ко всему еще и выключили дроны. Не, я у нас рассчитывал исключительно только на оверкет, ну потому что, ну типа, оверкет это дело понятное, но доната особо не требует, просто накопил, как говорится, на этом всем деле развлекаешься. Но то, что разработчики у нас выключат еще и овердрайвы, это просто что-то за гранью вон выходящее, я очень сильно рад, очень сильно счастлив, что такая тема у нас теперь присутствует. И, ребята, самое что ни на есть крутое, что наши с вами лайки, наша с вами активность под данными видеороликами, она, ребята, не прошла зря, поэтому, ну вот как вы, ребята, понимаете, когда Вайдер вас просит поставить Лукас, ребята, значит, Лукас нужно ставить. Серьезно. Значит, Лукас нужно поставить, значит, Лукас нужно завести, и значит, что у нас изменения прикольные будут в этом всем деле, в этом всем мероприятии. Так, най-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 най, второй золотой ящик поймали за карту. Я не знаю. Я сейчас просто, ребят, как маленький ребенок, серьезно. Кто не понимает и не шарит, я не играю в танки с 2015-16 года. Я танки исключительно, ребята, только записываю. То есть, что для меня игра? Когда ты у нас без записи, без стримов, без роликов сидишь, набиваешь там что-то, играешь с друзьями, собираешь невероятные большие конференции, чтобы, как говорится, тащить во всех битвах, если что там, грабить какие-нибудь битвы. Вот, для меня вот это вот игра. Но когда ты у нас просто-напросто находишься вот в таком вот состоянии, когда ты исключительно только снимаешь ролики и не более, вот, для меня это не игра. Ух, как ваншотнули. Для меня это чисто вот только съемка этого всего процесса. И я сейчас окунулся прям в такую жуткую и очень приятную атмосферу ностальгии, когда у меня, соответственно, были чуваки, когда у нас были всякие удвоенные фонды. Вот, тогда у нас специальных режимов не было, тогда были просто, соответственно, удвоенные фонды, увеличенные золотые ящики в обычных матчмейкинговых битвах. И, ну как матчмейкинговые битвы, тогда у нас и матчмейкинга, да, особо не было. Вот, тогда можно было просто выбирать катку, которую ты заходишь, в которую играешь, и блин, это было, ребят, действительно что-то с чем-то. Я сейчас прям весь такой подогретый, разогретый. Мне нравится. Мне этот режим однозначно нравится. Сегодня, кстати, ребята, будет стримчик в 18 по МСКам, поэтому все залетайте, все заходите. Там для вас как раз-таки я у нас замутил еще халяву. Вот, будем раздавать вам бабосики реальные, кстати говоря. Вот, поэтому, если что, ребята, залетайте, заходите. Будем устраивать с вами просто несказанные, а и офигенные, обалденные розыгрыши. Но этот режим
Steam однозначно будет в моем сердце на все времена. Я надеюсь, что разработчики не сглупят и еще как раз таки будут вводить все больше и больше подобных режимов, потому что, ну, это действительно круто. Это действительно суперски. Я сейчас зашел, я просто так поностальгировал, так окунулся в это все дело, мне очень нравится. Блин. Какой я счастливый. Мне, во-первых, нравится вот эта вся фишка, что благодаря нам, по факту, ребята, с вами, разработчики, походу, реально услышали, что игроки хотят это все дело и ввели такую штуку. Это просто что-то с чем-то. Блин, я просто горд за себя. Вы представляете? Вот ты просто представляешь, благодаря нам с тобой... Из-за того, что ты ставил лайки под данный видеоролик, разработчики ввели этот режим. Поэтому спасибо тебе большое за это и ставь лайк под данный видеоролик. Пусть, опять же, у нас просто несказанная волна хайпа. Также не забывай, кстати, писать комментарии, потому что комментики и лайки, они продвигают видеоролики. И, соответственно, популярные видосы у нас выбиваются в рекомендации. И, соответственно, разработчики на такие видео, как мы уже с вами поняли, обращают, ребята, внимание. Поэтому ставь свои лукасы, разгружай. Ладно. На этом мы с вами будем заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну а с вами был Вайдер. Всем пока-пока.